всероссийской профилактики, день проверки документов называется. Мы смотрим, чтобы сотрудники полиции, которые несут службу в общественных местах, имели при себе вот такой значок. Мы видим, у вас есть значки? Да, мы видим, что у вас значки есть, вы законопослушные сотрудники. Мы хотим вас, если вы не против, угостить конфеткой за это. Ребят, спасибо. Спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. Удачи, не сидите. Удачного дня. Вам. Полиция, мы в Саратове с общественным надзором решили поддержать. Мы смотрим наличие значков, которые сотрудник полиции соответствует 25 статье Федерального закона о полиции должны носить, и наличие удостоверений. Если вам не трудно, скажите ваше удостоверение. Спасибо вам большое за законопослушность. Мы, если вы не против, хотим вас за это угостить конфеткой. То, что спасибо. Вы чтите закон. Спасибо вам огромное. Спасибо. Лёха, девушка, давай. Проводится акция «День проверки документов сотрудников полиции». Мы смотрим, чтобы полицейские носили с собой значки и удостоверения. Олег, вы видите мой значок? Да. Неудачно. Полиция от нас ушел. Ушла. Дай свой гон. Это понятно. Блин, неудачно. Она там не вернется. Сейчас другие подойдут, посмотрят, что это вдруг подошли шайки. Пойдем сами пойдем. Давай. Если вам не трудно, предъявите удостоверение, пожалуйста. Сейчас пойду. Вы можете создать штатную полицию? Нет, мы сдаем все. А почему? К вам гражданин Российской Федерации обращается? Ну, ладно. Вот, конфликты, сотрудники полиции. Вот, все, они не показали. Это не сотрудники. Пойдем во Францию, наверное. Да, сейчас, да. Подождем тогда их, потому что они приведут их. И по всей России проводит акцию «День проверки документов». Сотрудники полиции, мы смотрим, чтобы сотрудники полиции в общественных местах были со значком, как у вас, и смотрим удостоверение, если вам не нужно удостоверение. Мы не должны удостоверение, там полиция. По обращению, я могу фамилию сказать, номер значка. 5-я статья будет. Я вам объясняю, по обращению граждан, я фамилию могу сказать, номер значка. Вы закон о полиции читали? Закон о полиции, 5-я статья, читали? Я вам объясняю, что я... Давайте откроем, пожалуйста, закон о полиции. Я там не собираюсь работать. Вы переходили переаттестацию? Переаттестацию проходили? Давайте посмотрим вместе с вами закон, который вы учили. Значит, статья 5, пункт 5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свою должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры. А где там написано про удостоверение? Да. А в четвертом, при обращении гражданин, сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание. Когда я к вам обращаюсь, да, я должен показать. А когда вы ко мне обращаетесь, я только могу фамилию, Дорфман, вот номер значка. Вы же со мной разговариваете? Я к вам не обращался, вы же ко мне подошли. А вам трудно? Вы принципиально наставите такой порядок? Почему? Потому что я принципиально. Почему принципиально? Где вы принципиально сотрудники полиции? Собственно, сегодня проводилась акция. Мы проверяли сотрудников полиции на предмет ношения ими специальных жетонов, которые предписаны 25 статьей. Сегодня абсолютно все сотрудники полиции, которых мы увидели, носили данные жетоны, чему мы несказанно рады. Это значит, что сотрудники полиции в нашем городе, по крайней мере, из тех, которых мы встретили, закон соблюдают. В качестве поощрительной меры соблюдения закона нами была перенята инициатива москвичей чем-то угощать сотрудников полиции. В данном случае мы взяли конфетки обычные шоколадные и предлагали им, соответственно, за то, что они носят значки и у них есть с собой удостоверение.
В ответ на это сотрудники улыбались, многие были рады. Это, на мой взгляд, мотивирует сотрудников в дальнейшем исполнять закон. И, разумеется, мы также положительно реагируем на их добрую такую реакцию с их стороны. Инициатива данных мероприятий пошла из Москвы после принятия закона федерального о полиции. Инициативной группой было предложено ходить и периодически проверять соблюдение данного закона. Соответственно, мы в Саратове переняли сегодня традицию. Сегодня проходит акция по всей России во многих городах. И также мы решили провести ее в нашем городе. Результатами акции, в принципе, остались довольны. Единственное, наверное, что разочаровало, это количество сотрудников. Хотелось бы, конечно, больше их видеть. Вот так вот. Зовут меня Колпаков Никита. Я являюсь общественным деятелем, координатор проекта «Росяма».